В Черкесске при участии региональных министерств по делам молодежи, а также промышленности, торговли и энергетики прошло чествование предпринимателей, которые задействованы в текстильной и легкой промышленности республики. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. Мероприятие, прошедшее в здании регионального отделения ДОСААФ, было приурочено к празднованию Дня работников текстильной и легкой промышленности. Здесь можно было увидеть представителей десятков предприятий Карачаева-Черкесии, производящих продукцию в том числе на нужды участников специальной военной операции. О необходимости поддержки специалистов данной отрасли рассказал руководитель профильного ведомства Мурат Гапов. Данная отрасль находится в зоне постоянного внимания нашего правительства. Для нашего региона она очень важна, очень много людей вовлечены в эту сферу деятельности. Также по поручению главы республики Рашида Борисбиевича Тимрезова в прошлом году был проработан ряд мер в части облегчения налогообложения для этой отрасли. Все это неизменно сказывается на развитии экономики нашей республики. От себя хочу пожелать сотрудникам отрасли технических и промышленных достижений. Впрочем, главной целью мероприятия стало информирование предпринимателей об открытии при непосредственном участии Министерства по делам молодежи республики нового образовательного центра «Моя карьера». Для гостей была проведена экскурсия, в ходе которой работники отрасли получили куда больше представления о возможностях и направлениях, которые предоставляются обучающимся. В рамках деятельности образовательного центра «Моя карьера» направлений их будет достаточно много по образовательным модулям и программам. Следует обратить внимание на то, что будет организована и проведена работа по направлению легкой промышленности. Это в первую очередь обучение программистов для отрасли легкой промышленности. Помимо этого будет вестись работа по подготовке специалистов по направлению дизайн. А также по ряду других направлений, востребованных в текстильной и легкой промышленности. Таким образом, в регионе появится возможность для увеличения кадрового потенциала данной отрасли. Пока же представители предприятий Карачаева-Черкесии получили от республиканского профильного ведомства почетные грамоты за многолетний добросовестный труд, мастерство и вклад в развитие данного направления промышленности. Артур Мхце, Мухаммед Ашабоков, Вести, Карачаева-Черкесия.